А, боже мой, господи! Бежим, 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 я отрядимся. Ого, три собрал. А, еще один, кто-то тут. Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Рост, и сегодня мы будем продолжать игру в It's Tales. Итак, на чем мы там остановились? Mods Living Hells. Живые коридоры. Пожалуй, начнем. Ну а перед этим советую подписаться на мой канал. Итак, вот мы заспавнились. Space тут. Так, 1200. R. Это радар. Ошалеть, их много. А сколько нам надо собрать? Так, я уже поиграл тут за кадром немного. Поэтому уже освоился. Короче, мне осталось собрать всего лишь две. Где они находятся-то? А, они недалеко. Надеюсь, получится. О, боже мой! О, боже мой! А! Я до сих пор не понимаю, что означает этот пилик. Итак. Кто-то мне ничего пишет! Ладно, неважно. Какие... прекрасные тут коридоры. Прям так и хочется провести по ним пальцами. Или чем-нибудь еще. Так. Че такое? А-а-а, боже мой, бежим! Так, так. Ну, по крайней мере, мы оторвались, а это уже хорошо. Значит, мы будем жить. Да блин. Пишет вовсю. Вентиляторы. По двери стукнули. Также бомж за ней. Секунд. О нет. Тут зона какая-то. Быстро пойдем туда. Это она? Где она? Так, радар. Ё-моё. Опа. Сколько у нас еще? Боже мой. Так. Секунды сейчас пройдут. Фонарик это... у нас поломается. О, это как там карта лабиринта нашего. Я чуть-чуть соплю, пускаю. Ну, не важно. Коридоры. Все заново пошло. Открываемся. И ливаемся. Идти. Так. А, мы второй раз не можем туда зайти. Классно вообще. Ну ладно, в принципе. Это немножко плохо. Ну, я думаю, мы проживем с вами, наверное. Так. По прямой просто пойдем. Я кого-то там слышал. А, боже мой, господи! Бежим, 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 я отрядимся. Ого, три собрал. А, еще один, кто-то тут! Бежим, 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 бежим. Я там вижу зеленый свет. Боже мой. Где? Мы возле этой штуки должны быть. Возле спасения нашего. Сколько времени осталось? 70 секунд. Я думаю, еще несколько штук мы сможем подобрать. Например, вот это вот. Оба, подобрали. Теперь бежим. Убрали. Теперь. Я понял! Это пилик, короче, означает то, что с нами рядом Чубака. Вот эти вот штуки за нами гоняются. 30 секунд. Ну и ладно. Фонарик поломался. Это база С. Короче, когда время истекает, они приходят. Дай свое время. Ну, ладно. Какая красивая дверь. Тоже согласен. Сколько времени? Опа, выходим быстро. Я не заметил, сколько нам надо еще собрать этих штук. Так, давайте вот эту соберем. О нет, я видел там щупальца его. Так, вот она. Где она? Господи, бежим! Так, ну, это было не особо страшно, поэтому живем, как говорится.
Пожили и хватит. О, 4 штуки осталось. Это очень замечательно. Давайте следующую соберем бутылку. И пойдем, пожалуй, перекантуемся. Иначе я боюсь то, что... Я боюсь просто. А больше не надо. Вам знать. И спрашиваем, вот он. Это Б. Из базы. Время идет. Можем книгу почитать. Хотя можно и так просто в стол посмотреть. Сломался фонарик. Гирлянда. Ну, короче, все по фэншую сделано. Надписи тут. Время 0. Так, чтобы сразу нажать на кнопку. Давай, 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 быстрей. И когда? Вопрос. Что-то время не хочет уходить. Давай, начинайся новое уже. Что мне пока делать тут? Мне же скучно. О, началось. Это очень хорошо. 5 минус база. Так. В той стороне еще 2. Я кого-то там слышал. О, боже мой! Прям к нему прибежал. Так, отстань. Отстаньте от меня! О, боже мой, нет! Бежим, 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 не оглядываемся! О, нет, это тупик, это не тупик. Бежим туда, бежим туда. Вон, я вижу синюю. 2 осталось. А, боже мой, бежим обратно! Ой, сзади! А кого они меня зажали? А если они меня еще раз хапнут, то все. Мне кранты. Кранты! Да блин, всего лишь 2 осталось. Так. Space to scam. Идем сразу дальше. Открываем радар. А, не в ту сторону побежал. 1, 18. А, всего 19 штук нам надо собрать. Нет, я знаю. Я знаю, что ты хочешь на меня напасть. Так. Ладно, назад. Не, назад вернемся, назад вернемся вот сюда вот. Надеюсь, нас никто не захавать. Ух, господи. До сих пор идти не могу. Так, сколько время? Время 60 секунд. Нормально. Так, впереди эта штука. Я там видел одну. Не хочу даже к ней подходить. 15 осталось. Сейчас 14 будет. 14. Так, 14. 14 это хорошо. Пиликать начинает, я убегу, пожалуй. А куда, стоп, куда мне бежать надо вообще к этой базе? Так, она находится вон там. Прекрасно. Сколько времени? 30. Тут кто-нибудь есть? Тут никого нет. А, это... Блин, опять же мы пришли в этот бункер. Идем дальше. Искать приключения на 5-ю точку. О, все. Замечательно. Замечательно. О, нет! Что это было? Я думаю, что будет нелегко в этот раз, как в прошлые разы. О, тут тупик. Главное туда не попасться потом. Когда за нами кто-то будет бежать. Значит, это плохо. Нет, очень. 14 осталось, 13 осталось. Пиликать начинает все больше. А, прям к нему прибежал. Да что ж такое-то? О боже мой. Не-не-не-не-не-не. Я ничего с вами общего не имею. Так что можете там спать или чем вы там заниматься. Не хочу даже знать. Идем, пожалуй, на ту базу. Потому что думаю, она ближе всех. Не надо начинать. Так, сюда развернуться.
и идти сюда. Сколько время? Время, опять же, 40 секунд. Ну, почти 40. Да вы серьезно? Мы опять прибежали туда, где мы начинали. Входим. Так, нужно с базы выходить пешком, иначе я не хочу повторить прошлый опыт. О, нет! Так, давайте в ту сторону пойдем, пожалуй, тогда уж. И куда сейчас нам надо? Так, куда? О, боже мой, нет, не надо, пожалуй. А, еще к одному прибежал. Ладно, все, спокойно. Так, ладно. Так, что это за звук? А, вот. О, боже мой, там кто-то есть, я уверен. Длинный черный коридор. Чё? Эта стенка живая? Нет, не живая. Так. 91. Ну, ладно. Так. О, боже мой, бежим отсюда. Не хочу связаться с такими типами, которые... Немножко монстры. Туда. О, боже мой! Чё палишь? Вон еще одна вижу. Тупик. Хорошо, что я ее собрал. Там только осталось 49, нормально. Так. 13. 12. Погоня началась. Ну ладно. 11. Радар. Ой, что происходит? Фонарик стал у меня плохо себя чувствовать. Так. Фонарик плохо. Это... Думаю, нехорошо. Ой, что происходит? Что происходит? Не двигайся, тупорьян, копи! Что происходит? Время! Что происходит? Нет, бежим! Давай. Где-то тут, я ее слышу. Вот она, последняя! Я выиграл. Ну и... Ошалел. Ну, мне понравилось, если честно. Прям захватывает дух. Двигаться по стелсу, говорить вообще не хочется. Потому что дискоординируешься, где монстр находится. Ух, ну ладно. А с вами был я, Рост. Всем удачи и всем пока!